Эмбер Рёд Джилла Лавайрн стоит в оранжевом бикини, когда она вместе со своей сестрой Лорен устраивает бурное возвращение из Карибского моря. Она сидела в заперти дома, как и большинство наций из-за блокировки коронавирусом. И Эмбер Гилл, казалось, вспоминала о более солнечном времени, когда она поделилась потрясающим воспоминанием о своей поездке на остров Тобаго со своей сестрой Лорен в Инстаграм в понедельник. Позируя с веслом, 22-летняя победительница Лавайрн 2019 показала свои сенсационные изгибы, когда она села в неоново-оранжевое бикини. Личность СМИ обеспечила сосредоточенность на ее сияющей внешности, так как она одела свои локоны в ее естественно вьющемся состоянии и стала свободной от макияжа. Сестра красавицы Джорди Лорен выглядела одинаково ошеломляюще, когда выбрала бледно-голубую фигуру. Признание карантина заставило Амбер пересмотреть свою профессию, телезвезда подписала заголовок «Приключения Амбер, должен ли я стать блогером, путешествующим полный рабочий день, когда это закончится? Это заставило меня понять, насколько я островная девушка. Моя инста должна быть более тропической». Так в оригинале. Ранее в этом месяце Эмбер увидела, что ее социальное присутствие было вознаграждено, когда она подобрала «Новичка года» на церемонии вручения премии «Предталитлет Хингс Инфлуенсер». Из-за пандемии кудрявая красавица и другие победители были вынуждены записать свои приемные речи по видеосвязи после отмены блестящей церемонии на фоне правительственных указаний. Американский актер Терренс Дж, 37 лет, в прямом эфире принимал награды в Инстаграм «Предталитлет Хингс» из своей гостиной, разыгрывая ганги, чтобы отпраздновать их в индустрии знаменитостей и влиятельных людей. И Амбер, безусловно, сделала все возможное, чтобы получить награду из дома, бросив свой обычный гламурный наряд в пользу повседневной серой футболки. Звезда реальности начала свою речь, она победительница, малыш. Просто хочу сказать, ребята, большое спасибо за то, что вы проголосовали за меня, как новичок года в Предталитлет Хингс. Она продолжила, я думаю, что прошло около 8 месяцев с тех пор, как я попала в эту сумасшедшую индустрию с нуля, не зная, как повлиять на Инстаграм или что-то еще. Спасибо, что придерживались моей несогласованности, я действительно понятия не имел, что делаю, но я думаю, что теперь у меня есть немного больше знаний, и я каждый день узнаю что-то новое в этой сумасшедшей работе, которую я получил. Но да, просто хотел сказать, что ваша любовь и поддержка действительно не останутся незамеченными, я благодарен за каждого из вас.